«Маленькая принцесса» по мотивам книги Тони Росс. Продюсер Йен Харви, режиссер Эдвард Фостер. Праздник урожая! Автор сценария Дэйв Ингем. Ах, осень! Она наступает после лета и сменяется зимой. Деревья и кусты усыпаны ягодами, и зверюшки запасаются едой на холодные месяцы. Время собирать урожай. О, Пус и Скраф тоже делают запасы на зиму. Ура! Да, да, да! Доброе утро, принцесса. У тебя радостный вид. Я рада. Еще один день. А что же потом, принцесса? Будет большой конкурс овощей. Как там моя тыковка? Тыковка? Смотри! Моя овощная грядка! О, это морковка? Просто чудо! Да, ничего. Но тыковка еще чудеснее. О! Моя тыковка выиграет конкурс, как год назад картошка повара. И наш победитель – повар! Спасибо. А король или королева урожая могут выбирать игру. Ну что, друзья, готовы? Вот это веселье, принцесса! Моя тыковка должна победить! Она особенная! Я ее поливала, укладывала, отгоняла летучек и ползучек. И вот тыковка! О, восхитительно! Тыковка! Тыковка! Плюх-плюх, моя рыбусик! Враг атакует! Смотри, садовник! У него даже имя есть! Это... Нет! Это Колин! Ой! Нет! Принцесса! О, нет! Колин, вернись! Что вы думаете, доктор? Это острый случай брюссельского гриппа. Куколка? Деточка! Принцесса! Ну, не плачь, куколка. У тебя есть морковка. Она может выиграть. Моя морковка. О, да. У нее чудные листочки. Она милая. Хорошо. Уж ее-то точно никто не обгрызет. Так-то лучше, тыковка. Гилберт! Мы будем охранять морковку, значит, нам понадобится горшок. И мой фонарик. За мной, Пус!
И долго вы будете охранять морковку, принцесса? Весь день и всю ночь. О, это очень долго. Ты просто молодец, принцесса. Я знаю. Теперь мне хочется поохранять сидя. Хорошая идея, принцесса. Кто съел мою кашу? Сказал папа медведь. Ау? Сказал папа медведь. И кто это? Это мы. Пришли оказать военную поддержку. О, печенье. Угощайтесь. О, спасибо. Шоколадные. Ладно. Кто съел всю мою кашу? Сказала. Привет, куколка. Решил составить компанию. Вот карамельки. Объедение. Ну-ка, подвиньтесь. Будем охранять вместе. Когда малыш-медведь сказал: кто съел всю мою кашу? Карамель. Ну, мне пора. Дела зовут. Спасайся, кто может! А еще там был такой... Скорее бежим, Колин! Скорее, пап! Там эти грызучки! Не спеши, куколка. А куда? Куда мы идем? Куда же все делись? Наверное, легли спать, куколка. Уже поздно. О. Пойдем. Ох, эти грызучки. Принцесса, вам пора в кроватку. Но... Пойдем, расскажешь мне про грызунчика, когда ляжешь. Но как же моя морковка? О, не волнуйся, куколка. Это ее защитит. А почему зверушки все грызут? Они готовятся к зиме, куколка. Это трудное время. Когда станет холодно, еды в лесу станет меньше. Меньше еды? Намного. Вот они и стараются запасти еду на зиму. А если им не хватит еды? И они не пропадут. Некоторые, например, ежи, будут спать всю зиму. Они впадут в зимнюю спячку. О, зимняя,
Спячка. Правильно. Теперь ты впадай в спячку. Приятных снов. Эй, куда это ты, принцесса? Добывать еду. Пирог, банан, яблоко, капуста, какая-то банка. Ты так проголодалась, принцесса? Это не мне. Это для грызучек. Им нужно хорошенько поесть перед зимней спячкой. Да, правильно. Грызучки! Грызучки! О, может быть, они уже в кроватках. О-о. Спокойной ночи. Принцесса, вот и твои грызучки. Не думаю, что вам следует входить внутрь. Ай-яй-яй. Ах, солнышко встало. Какое чудное, мирное, осеннее утро. Кыш! 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 Пусть я сейчас. Это моя шляпка. Ну-ка, выходи. Моя шляпка. Кыш, кыш! Не вздумай трогать мой перец. Уходи! Моя функция, гадкие грызуны! Сдавайся! Прошу всех сохранять спокойствие! О, это медведь! Медведь! Отступай! Это барсук, генерал! Осторожней с луком! Воздушная атака! Ныряй глубже! Вот так! Все наружу! Вот и последний олень! Кыш! 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 Шарик с иголками! Выход там, дружок! Ой, одного я никак не пойму, как они вообще попали во дворец. И кто посмел свалить мою вкуснейшую еду под дверью? Принцесса? Они голодные. Им нужно что-то грызть. Вот я и вынесла им чуточку еды. И, может быть, чуточку забыла запереть дверь. О, детка, диким зверям место в дикой природе. Но папа сказал, им нужно поесть, чтобы они могли впасть в зимнюю... Спячку! Спячку! Им нужна другая еда, куколка. Ягоды и овощи, они умеют их искать. О-о-о! Кстати, о еде. Устроим большой завтрак перед большим конкурсом овощей. О, да, а потом наденем свои праздничные костюмы. Ах, да, большой конкурс уже сегодня. И, разумеется, никаких грызучек. Что тут смешного? Ну что, нарядилась принцесса? Та-дам! Ух ты! Я тыквочка! Очень тыквочно. Ко мне Скраф! Скраф у нас овощи, а Пус фрукты. Пора на большой овощной конкурс. Садовник, то есть судья,
Посмотрите, какие изысканные перчики. Да, очень славные. Не забывайте, кто гладит вам брюки. Вуаля, подарок от шеф-повара. Надеюсь, моя картошка одержит заслуженную победу. Ну, я... Садовник, пусть победит лучшая арбузика. Или лук. О, это мой Колин. Я сам связал ему шапку. Эй, садовник, моя капуста лучше всех, верно? А какой изысканный цвет? О, нет, скраб. Нет. Итак, большой овощной конкурс вот-вот начнется. О, а где же принцесса? Где же она? Конкурс начинается, принцесса. Я знаю! Мне нужно сбегать за морковкой. Ах, нет! Ее тоже обгрызли. Я не смогу участвовать в конкурсе. А? О, так делать нехорошо. Это моя морковка. Но вы были голодны, правильно? О. У меня ничего нет. Вы все съели. Так и быть. Сейчас я вытащу ее и отдам вам. Похоже, мне понадобится помощь. Пожалуйста, успокойтесь. Точно говорю вам. Я прошу вас, успокойтесь. Победит по справедливости. Руки прочь от моего арбуза. Хватит, вы пугаете Колина. Прошу вас, успокойтесь. Садовник! Успокойтесь. Тихо. Поможете мне вытащить морковку? Пожалуйста. Конечно, детка. Я приму решение, когда увижу морковку принцессы, и не раньше. Ну что, все готовы? Садовник готов. Готов. Готово. Готово. Готов. Готов. Есть. И... Вот красотка! Оранжевая подводная лодка! Большая! Почти как я! Пожалуй, пора выбирать победителя. А я принесу на конкурс свою морковку. Правильно. Никогда такой не видела. Ну, лошадка! Итак, победитель овощного конкурса... принцесса! Со своей удивительной морковкой. Молодец, куколка. Браво. Да, ты посрамила мой лук. Ну, Колин, не плачь. И я объявляю принцессу королевой урожая. Держись-ка крепче, принцесса. Ха!
Какой восхитительный стол! Вкусно! Мы можем гордиться своими овощами. Передайте, пожалуйста, помидорчик. О, я хочу попробовать огурчик. А теперь, принцесса... О, королева урожая выберет для нас игру. О, я знаю! Сыграем в догониты! О, я знаю новую игру. Она вроде догонитика. Даже лучше. Ну что, все готовы? Готова. Готов? Готовы. Мы сыграем в еду для грызучек. И угощайтесь. За капусту! Тяжелая артиллерия! На здоровье! Ну-ка, догоняйте! Зарядил? Готовы отбирать? Огонь! Оп! Ты молодец, принцесса. А ты попробуешь? О, да, с удовольствием.